привет всем. Находимся возле Верховной Рады Украины в Мариинском парке, который, собственно говоря, вот я в нем сейчас стою, Верховная Рада у меня четко за спиной. Сейчас, где-то через полчасика, наверное, начнется митинг за Киев, марш за Киев, марш киевлян, разгневанных политикой Кличко, нынешнего городского головы Кличко. То есть речь идет о том, что он достал киевлянами своими незаконными стройками. Он достал киевлян своими застройщиками, которым плевать на абсолютно все градостроительные нормы. Речь идет о том, что он достал уже абсолютно всех этим беззаконием, которое творится, списыванием бабок налево-направо. Его друзья, собственно говоря, творят все, что хотят, творят беспредел. Разворовывают бюджет Киев на строительстве, скажем, мостов. Украдено сумасшедшее количество денег. Идет речь о Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Идет речь о Шулявском мосту. Идет речь в таком случае о стеклянном, так называемом, мосту Кличко и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И на каждом из которых бюджет превышен более чем в два раза. И где делись деньги, абсолютно непонятно. Деньги разворовываются также практически по всем коммунальным службам, которые только в городе имеются. То есть беспредел творится полнейший. Сейчас открыто несколько десятков уголовных дел, как НАБУ, так и другими органами, Державным бюро расследований и так далее, которые расследуют просто фантастические кражи из городского бюджета. Когда это будет доведено до логического завершения, мне вам сказать, очень тяжело. Но будем надеяться, что когда-нибудь дело дойдет до суда. Также киевлян достала бестолковая политика Кличко в области городского транспорта, собственно говоря. Ну, это просто не вписывается уже ни в какие совершенно мерки и нормы. И, собственно говоря, это тоже большой минус у Володи. Также, понимаете, даже то, что он хочет сделать по-человечески, вот другой раз там фонтанчик какой-то, где-то площадь какая-то, оно другой раз делается таким образом, что вот просто без ужаса, нельзя на это все смотреть, и как-то кажется, вы знаете, лучше бы не делал, чем делал. Потому что папки просто списываются, и все. Результат всегда более чем сомнительный. Таким образом, вот эта вся толпа, которая сейчас находится здесь, это митинг, чтобы вы понимали, аполитичный. То есть это не митинг какой-то политической партии. Это митинг здесь по политическим своим взглядам от крайне правых до крайне левых и анархистов. От правого сектора до ЛГБТ. Как это все будет в одном марше происходить, мне очень тяжело сказать. Почему? Потому что все эти люди, ну, мягко говоря, не любят друг друга. Но тем не менее, видите, забыли распри, забыли обо всем и пришли сюда, поскольку их всех объединяет одно, это гнев на Кличко и его команду. Которая, кстати, вот я смотрю, сколько пришло людей, тут уже, наверное, 3-4 тысячи на площади Конституции люди не влезают, не вмещаются, они уже поползли в парк. Вот, просто потому что нет места, не хватает места. А площадь Конституции, она не маленькая. Вот, ну, посмотрим, сколько людей будет в результате и каким результатом приведет данный марш. Марш пойдет сейчас, помитингуют здесь, возле Верховной Рады, скажут свое фе. Потом пойдут в офис президенту, расскажут Зеленскому все, что они думают о Кличко. А потом пойдут в КМДА, накричат их Кличко в гости и расскажут все, что они думают о нем. Вот такие, собственно говоря, планы бастующих, митингующих. И очень хорошо, что у нас в Киеве, ребята, свобода слова, что у нас в Украине свобода слова. Нам, когда что-то не нравится, мы выходим и мы делаем большой раздолбай своей власти. И так оно и должно быть. Власть должна быть, даже если власть права, она должна быть постоянно в напряге от того, что ее могут сделать неправой в любой момент. И в этом сила гражданского общества. Таким образом, скоро пойдем показывать эту силу Кличко. Ну а я вас буду держать в курсе дела.